Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. Пробуем дальше пройти побыстрее гильдийского босса. Немножко я поменял состав. Давайте сейчас попробуем. Тыковка. Уберем химку. И попробуем поставим душика. В принципе, такого же. Интересно просто, что получится. Доставил я рунки, питомцев. Поехали, ради интереса посмотрим, за сколько секунд мы все-таки сможем быстро убить его. Так, стартуем с тыковки, чтобы побыстрее разгон был, и смотрим, сможем ли мы улучшить наш предыдущий результат. Все, разгончик пошел. Попробуем потом еще вариант с ремочкой, чтобы сразу она либо с ладушкой. Так, смотрим. Бум, 22 секунды. У меня прошлый результат, по-моему, был намного хуже. То есть вот так вот, 38 секунд, и у нас он уже, в принципе, закончился. К сожалению, я не могу второй раз воевать, но с таким составом, в принципе, получилось довольно-таки неплохо. 22. Пишите в комментах, за сколько вы максимально прошли. Будем дальше двигаться, пробовать еще быстрее. Покажу сейчас вам свой составчик. Так, такая вот тыковка. Раз, стрелок. Два. Дальше укротитель. Три. Рейка. Четыре. Так, ведьма. Пять. И душек. Ну, питомца забыли, и в принципе вот так вот. Вот таким вот составом мы убили его за 22 секунды. Пишите, может кто-то быстрее проходит, пишите, будем пробовать перебить. Пишите, какие составы вы используете, и будем дальше продолжать трешечок. Возможно, и на других боссах будем пробовать это испытывать. Все, всем удачи, всем пока.